friends. Hola. Hola. Всем привет. Всем привет. Здесь вот мы в старый город собираемся гулять. Посетить, так скажем, достопримечательности. Мы только сегодня приехали. Представьтесь. Эдик турист. Ну, я Эдик же, мне же 40 лет. Эдуард и Людмила рассказывают. Отлично. А ты там стоишь сзади. Ты кто такая? А ты чьих будешь? Мы тебя звали? Мы тебя звали? Давай, отвечай. Ну, скажи, я Виктория, живу на Ибице. Сам такой говоришь. Вот так у нас блоги снимаются. Родик, что ли? Прикинь. А, смотри, уже закрылся. Закрылся, слышь? Они, наверное, до 10. Мы сегодня в Барселоне, вообще все магазины закрыты были. Просто все закрыто. За моей спиной полностью оцепленная площадь, по которой мы еще гуляли несколько дней назад. И, как видите, туда никого не пускает, стоит полиция и построено ограждение. Я думаю, что это чувак на одной вот там большой яхте, он просто забашлял денег за то, чтобы людей сюда не подпускали, и чтобы они его не фоткали, не снимали на свои телефоны. Человек, как тебе терраса? Мы боимся, что у нас люди на террасе соберутся. Да, идешь на налево. Вот, слышишь, трек играет, Фишер. Эдик. Трек играет Фишер. Привет. А этот. Он, короче, здесь на Ибице. Мне вчера чувак все показывал, что он с ним сфоткался в этом в кафе Мамба. Вчера на улице встретил. Так что тут можешь так идти, чуваков всех встречать, если ты их знаешь, как они выглядят. Я просто не знаю, как Фишер выглядит. Без понятия. Как тебе запахи здесь? Тухлой рыбы? Нет, там ничего так пахнет. Так мы идем прямо. Какой лев. Мадам Бакафе. Вау. А, вот мой пирата. Это, по-моему, владелец Амнезии бар. Ага. Yes, guys, family. All 5, 6, 7 people. We can speak about it. Oh, yes, I love you, 4 people. Yes,
Чего вы там, нашли чувака? Да, да, они здесь по-русски. Все говорят по-русски. Лучше, чем я. Короче, рассказываю. Запустили новую компанию в этом году. Паром на Форментера. Немецкая компания. Пригнали такой красный паром. И неделю назад он залетел, просто выходил отсюда из порта, посадил людей. И первый же тут этот, скала, островочек, он прям на него залетел. И местные все просто, как это возможно, как можно, блин, ты что, слепой вообще, как ты водишь? И теперь его поставили сюда, он должен проходить техобслуживание, что-то такое, сертификацию заново. Это такое особое место. Ну что, как тебе запах? Нам в ту сторону. Соскучилась по селедке? Hola, hola, gracias. Viva Ibiza! Так, это кто такие были здесь у нас? Вы знаете Мотю и Машу? Это ваши знакомые друзья, нет? Это любимый Викин магазин. Тут, короче, сидит... Причем фетиш стиль ЛГБТ. Там плеточки всякие, там, знаешь, это... пробки всякие, там, знаешь, какие-то пробки. Вика подала голос, ну-ка, расскажи. Эдик, Эдик, сюда выходит, приходит с мужиками пиво попить. Европейские мужики такие. Чё говоришь? Кто не понял? Ну да, баба взывается. Баба? Мне казалось, что ты мужик. Мужик? Он говорит, она тупая, ступида, говорит. Вот, тут надо фотку, Сейдик. Давай, нас девчонки тут нас день сфоткают. Дорогие друзья, мы на улице девственниц. И хотим купить шорты. Маленького размера причем. Да, чтобы было в чем купаться. Чтобы удобненько было. Короче, тут такая нереальная движуха. Сегодня максимальное количество людей на улицах. И мы вышли специально показать себя и посмотреть на то, что там нам хотят показать. Ну, в общем, мы здесь. Ладно, сейчас окунемся в самую гущу. Но это не то Unlimited, это как Бентидос. Как? Смотри, я уже как пара вижу. Вы Я сам.
Оп, сори. Что-то какие-то эти. Пойдем пообжимаемся. Девчонок вперед, а мы тут сами зажгем. This is most busy place in Ibiza. Давай, давай, Вика, покажи им. Наверх. Вперед. Что, места нет? Да. Все заблокировано, прикинь. Мы первый раз приходим, и здесь нет места, прикинь, вообще. Ребята, это must busy place in Ibiza. More busy place. Самое место. Что они там делают наверху, интересно? Они пьют пиво, веселятся. Не только они там пьют пиво, судя по всему. Не, вообще они проводят парады еще всякие. Ну, именно эти парады они проводят всегда. Там руфтоп. Написано руфтоп. Можем подняться. Вот мы пришли в Дальтвиллу. Вика, ты нас туда тащила. Что ты там хотел нам показать? А можешь посидеть. Ты устала? Мы работали всю неделю вообще. Да. Хорошо поработали, хорошо, теперь можно посидеть. Ребят, вы готовы? Разминаем ноги, булки. Давайте нас сфоткаем здесь. Чтобы не знали, кому памятник поставили. Нормально привыкали. Есть. Чё, запыхалась?